Здравствуйте. Приветствую вас на канале «Горячая новость». Назарбаев Айсултан. Мой настоящий отец – дед, а мать – Дарига. Шок. Сведения Назарбаев, Казахстан. Друзья, вчера интернет сколыхнула новость, о которой я решил вам рассказать. Не думал, что такое вообще возможно, но, как показывает практика, в этом мире нельзя ничему удивляться. Внук Нурсултана Назарбаева заявил, что он ему не внук, а сын. Вот такое шокирующее заявление. Напомню, что Айсултан не раз был увлечен в употреблении, скажем так, не совсем разрешенных веществ, и доверять этим высказываниям или нет, по крайней мере, я пока не знаю. Данную информацию молодой человек выложил у себя на странице в Facebook, после чего он подтвердил эту информацию в интервью журнала «Эксклюзив». Также он добавил, что его всегда тянуло к деду. Позже выяснилось, что он мой отец. Айсултан добавил, что не знает, кто его родная мать. Об отце, вырастившем его, Рахате Алиеве, молодой человек отзывался очень тепло. И о Нурсултане Абишевиче тоже. А о матери, якобы приемной, Дариге Назарбаевой, говорил обратное. По словам Айсултана, Дарига – серый кардинал. Именно она настояла на том, чтобы Назарбаев ушел с поста президента. Айсултан сказал, что боится матери и ее людей, которые своей магией не смогли стереть его с лица земли. По словам внука экс-президента, в Казахстане также прибегают к магии для вербовки людей. Что конкретно имел этим в виду молодой человек, пока непонятно. Дарига Назарбаева, мать Айсултана, одна из самых влиятельных фигур казахстанской политики. Она возглавляет Сенат. Друзья, насколько верны эти высказывания, пока не ясно. Но на данный момент понятно уже точно, что последствия от вышесказанного будут как минимум для Айсултана, а как максимум для Казахстана. Еще он говорил, что опасается за то, что его могут убрать, скажем, за то, что он мешает матери. Якобы Нурсултан Назарбаев всегда хотел передать власть мужчине, своему наследнику. Но это невыгодно его матери, так как этот пост она может не занять. На данный момент Айсултан находится в клинике для зависимых, так как у него случился срыв. Пришел он туда сам. На создание материала уходит долгое время, а вам чтобы поставить лайк, секунда. Если вы хотите быть в курсе всех важных событий в социальных и политических сферах, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме. Нам интересно любое мнение.